А тем временем у нас находится генеральный директор первой астраханской рыбной компании. Петр, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию и какие цели вы ставили перед собой на выставке. Добрый день. Первая астраханская рыбная компания, город Астрахань. Занимаемся добычей и переработкой рыбной продукции Волго-Каспийского бассейна. Производим мороженое филе, икру, щуки, ну и рыб чистяковых пород. Также делаем рыбные снеки, закуски к пиву. Запустили новый продукт. Это балык, и также из того ассортимента, который мы вылавливаем. Цели были... На самом деле, глобально мы приняли участие в дегустационном конкурсе, заявились в двух номинациях, это икра щуки и рыбная соломка. Вчера по итогам дегустационной комиссии завоевали первое место в этих двух номинациях, и икра, и соломка получили золотую медаль. Поэтому очень приятно, что такая высокая оценка членов комиссии. Жюри признали нашу продукцию, соответственно, и конечные потребители в сетевых магазинах смогут употреблять, кушать наш продукт, который не просто поставляется через дистрибьюторов, а действительно из первых рук попадает на полки конечной точки и к потребителям. Надо обязательно зайти к вам попробовать вашу рыбную соломку. Думаю, испытаю удовольствие. Петр, а скажите, пожалуйста, какие у вас были ожидания касательно выставки World Food 2019? И что получилось по факту? Реальность какова? На самом деле мы не первый раз принимаем участие в международных выставках. Ожидания, как всегда, это развитие, новые клиенты, новые партнеры. По итогам уже можно подводить итоги. Было проведено много и встреч, и переговоров. В рамках этих переговоров уже складываются какие-то плодотворные контакты. В принципе, наша компания довольна участием. И, ну, как всегда, все прошло на высшем уровне. Первый раз это прошло здесь, в Крокусе. Действительно, хорошая площадка. И, как уже вчера озвучили, что рекордное было количество и экспонентов, и заявок на конкурсе. Соответственно, люди развиваются, представляют свои новые продукты. И самое главное, приятно, что все производители не стоят на месте, а идут вперед, потому что рынок действительно... быстро развивается, стремительно. И мы, как все конечные потребители, хотим что-то новое каждый день. И хотим, чтобы это было не просто вкусно, но еще и полезно. Соответственно, очень рады, что приняли участие в этой выставке. Петр, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.